30 апреля, Ялта. Вышли с Рыжиком гулять, в траву поедем дальше. Пойдем. Рыжик спрыгнул у Спартака остановки. Сам по себе такой вышел, как будто мы не вместе. И пошел искать кентов своих. Я-то посижу в троллейбусе в шоке. Пойду по Массандровским пляжам туда, в сторону туриста. Улица Карла Маркса. Вот такой движняк. На улице тепло. Не сказать, что жарко, но нормально. По городу много людей ходит. Белка кругом по Крыму, короче. Это очень далеко от Пушкинской, она здесь сидит. Удивительно. Полные ходят. В центре города ужасный шум. Дети постоянно почему-то кричат, плачут. Не знаю почему. Постоянно вижу только вот этот плач. Мясные продукты в этом доме. Тут дверь была закрыта. Блять, поскорее бы выйти с этого города, блять. Клево с такого камня. Музон, все. Не снимешь теперь ничего, музон. Начался. Планы были идти по Массандровскому до самого Интуриста, все пляжи заснять. Солнца нету. Походу и туристов нету на пляжах. Сейчас посмотрю, короче. Люди будут на пляжах. Пойду. Пройдусь по всем пляжам.
Должны же люди приехать на выходные, майские праздники. Кофе 50, чай 50, пончики 20, одна штука. Грубяк, ну куда нахер чай 50? Совсем грубо. Совсем грубо. Ну, там вон купаются люди. Человек 20, наверное. Входим в Массандровский пляж. Вода чистая. Лампочки вкручивают. Пляжный патруль. Поехал. Я даже не знаю, что с ним, с этим пляжем. Хозяин остался, не остался. Ему все отключали, то свет, то еще что-нибудь. Катер прогуливается такой маленький. А там дальше такой трал огромный стоит на море. Уже жарили что-то. Пальцем не показывал. Что-то про блогеров чешут, стоят продавцы недовольные. Катерок причаливает к берегу. Ну что, здесь тоже люди лежат, загорают. Классное дерево, да?
Друган сидит, вино пьет. Чемодан приставили. Шнурки у него порвались. Ботинки, говорит, не надо трогать. Вот еще один пролетик. Люди сидят. Ну и здесь есть люди. Маловато. Я больше ожидал большего. А сегодня солнце не такое, как вчера. Горы зеленые стали. Сбросьте этого француза в море. Своего нету, что ли, чтобы поставить. Оздоровительный комплекс. Рыбачки там стоят, пойду-ка я прозондирую почву. Вода чистая такая. Смотрите, какая водичка. Смотрите, переход какой. Цвет. Водолаз он ныряет. Руса туристов. Бластер. У рыбаков спросил, говорит, да не, ничего не клюет. Так закинули, говорит. Ну, вот клюнет. Нет рыбы, говорит. Попадала у вас рыбалка вообще конкретно. Слушайте, где солнце-то? Солнца нету. Вода чистая, но какую-то муть прибивает к берегу. Пляж-ковер.
этот район. Да нет никого, я думал, людей много будет. Что-то вообще нет никого, странно. Не пойду я туда. Что делать? Показывать пустые пляжи? Столовая по домашнему пока закрыта. Всем пока. Следующее видео — набережная.